Ну что ж, судя по всему, звукорежиссер все глуше и глуше. У него что-то с ушами, как обычно здесь. Друзья мои, ну нам это не страшно, потому что наш микрофон, это кому надо микрофон, Ирина Иванова, человек, который непосредственно связан с культурой, сейчас нашему дорогому Игорю пожелает 45-летний юбилей, что-нибудь хорошее. Дорогой Игорь, ты знаешь, ты прекрасно понимаешь и знаешь, как ты мне дорог, как друг. Потому что друзей приобретать всегда очень тяжело. Обычно их приобретают в детстве. Но мы познакомились чуть позже, в юности, после армии когда-то пришел. И я очень дорожу этой дружбой. И знаю, какой ты человек, что ты очень талантливый, что ты очень добрый, внимательный. А еще я всегда говорила, что ты самый настоящий, стойкий, оловянный солдатик. Тебя ничего не может сломить, я в это верю, это будет всегда. А я тебе желаю все-таки еще большей поддержки твоих друзей. И как я тебе сказала в день рождения, это даже не я сказала, сказал один мудрый человек, что талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. Поэтому я думаю, что твоему таланту обязательно нужна еще какая-то дополнительная помощь. Хотя ты, я знаю, всегда все мог сделать сам. Люблю тебя, целую, обнимаю. Ты знаешь, я всегда буду твоим другом, можешь на меня положиться. Ирина Иванова, друзья мои. Подруга Игоря Корнилова. Мы очень давно дружим, да. И это замечательный человек, который пишет...